Болеют и малыши. В возрастной группе от 0 до 2 лет эпид порог превышен почти на 31%. Среди детей от 7 до 14 лет этот показатель 29,8%. За медицинской помощью во Владимирской области на прошедшей неделе обратилось 7973 человека с признаками ОРВИ. Среди них 3210 детей. Эпидситуация во Владимирской области характеризуется ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей на 30%. С целью мониторинга за циркуляцией вирусов в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии на прошлой неделе было проведено 274 исследования. По-прежнему преобладающим вирусом среди положительных находок является вирус гриппа. Важной находкой прошлой недели является первый случай гриппа Б. Превышение среднеобластного показателя заболеваемости отмечают в 5 административных территориях – Юрьев-Польском районе, Александровском, Гусь-Хрустальном и Муромском районе, а также в столице региона. Во Владимире зарегистрировано 3386 обращений в лечебные учреждения, среди них 1749 детей. Что же касается заболеваемости коронавирусом, то ситуация в регионе стабильная. В среднем за сутки выявляют порядка 20 заболевших. Так, за минувшие ковид подтвердили у 19 человек. Один житель региона скончался, 27 выздоровело. А всего с начала пандемии выявлено 178917 случаев заболевания. Выздоровело 174873 жителя региона. 3582 человека скончались.